решить, какие должны быть сотрудники, обдумать, сколько нужно для стартового капитала и выбрать прибыльное дело. В Академии каникул в Творяжке городского дворца культуры Красноармейска придумали бизнес-каникулы. Так дети в свободное от школы время осваивают финансовую грамотность. Получая такие навыки, детям в будущем будет проще ориентироваться в современном мире. Может быть, кто-то станет успешным предпринимателем, откроет свое дело и станет очень успешным. Ребят разделили на команды. В этот раз они изучали рекламу. Каждому было дано задание успешно продать определенную вещь. Они толстеют. Вот это хорошая эта фишка. И наоборот худеют. Ой, что лучше фишечки. И она никогда не заканчивается. Алексей Кульков продавал шоколад, придумал его уникальные свойства, обозначил стартовую цену, отвечал на все вопросы потенциальных покупателей. Мне сегодня очень понравилось. Я сегодня попробовал впервые продать вещь. Мне очень понравилось. Я, может быть, и даже в будущем этим навыком буду воспользоваться. Несмотря на то, что деньги игрушечные, ребята уже понимают их ценность и как ими лучше распоряжаться в реальном мире. Помимо этого, дети много играют, участвуют в квестах и смотрят фильмы. Ну, здесь весело, можно поиграть в футбол, разные загадочные задания. Другая команда проводит всякие конкурсы, мы играем в прятки. Здесь очень весело, я получаю каждый день позитивные эмоции. А в Доме культуры имени Ленина эти каникулы посвятили чудесам света. Ребята узнали, какие есть удивительные места на нашей планете. Но иногда чудо можно сделать самим. Так участники веселых каникул делали шары из наноскотча. Каждый смастерил себе шар по вкусу, украшать можно было чем угодно. Каждый каникулярный период мы с ребятами играем, развлекаемся. И уже даже вот с прошлой весны мы начали с ними очень-очень большую тему. Это кругосветное путешествие. Мы путешествуем по разным странам, а именно в эти каникулы мы решили углубиться, погрузиться в древний мир и в современный мир. И увидеть, какие чудеса света создал человек еще тогда. После ребятам провели лекцию о древнем Египте и викторину. Такие каникулы позволяют детям не просто весело провести время со своими сверстниками, но и узнать много нового и интересного. Мне очень нравится, потому что тут есть фильмы, дискотеки у нас. Постоянно чем-то занимаемся, мастер-классы какие-то. Ну и вообще здесь весело. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.